точно сразу вторгается мародер. Десантник. Наверное, все-таки фрегаты. Но не сможем, только долетит вот этот мародер. Пиратский. Ну, долетит. Но мы сами хотим показать, что мало. Шибить только можно так противоракетные. Ну, блин. Противокорабельные. Надо разбить, чтобы взять под контроль планету. Мы ведь можем раньше захватить. Но все же лучше так. Если так считать, то мы бахнули пару эсминцев, фрегаты, еще один эсминец, то есть три дестроера, четыре корабля со флота, еще одно было. И еще, видимо, может прилететь. Нам надо эсквайр еще будет. Нашел 69, я так могу. Ну у него, а вот этого 70. Ну если у вас опять нету шансов. Опять тут не шансов, тут туманайзер. Придумать. Ну за какой-то новый опять сидит. Фрегат Орлок 10, он. Это 11. Ну зачем они поперлись туда? Вы шо? Ребята? Ну можно зайти, конечно, да, сюда. Ну форсаж какой. Будем форсировать. Оп. Так нельзя включить. Он на этом он утроение, а так он чуть-чуть там. Не говорит сколько. Не, ну понятно, что надо вот так. Ну все равно он просто стоит на месте. Разворачивается, если полетел. Просто не успел выстрелить. Ну троня сразу зал. Дала. То есть шансов нет, знаете. И то у нас на один десантник, а у него на 10. Ну, говорит, что подойдет. Ну, вот за 8 туров только одного. Быстрее, чем даже там появляется. Ну, не месяц такой скорости. Ассимилирует. Ну, их только автофабрика за столько времени появилась. Ну, правда, их блокировали 100 операторов.
типа пираты, вот два пирата блокировало, а потом оказалось, что пара эсминцев у них. Может, они прислали кого-то. Ну, мы три дестройера вот этих эсминцев. И три фрегата. Ушало. Без сферы 4. Почему-то гидропоника 3. Непонятно почему. Там выполняется. Но гравитация нормальная. Ракетная база тут. Ну почему-то не предлагает интеграл. Или пока, ну, нету населения нашего. Четыре. Можно купить за 64, чтобы продвинуть его. Ну, 4 тура и тур уже из-за симуляции чего. И население еще появится. Ладно, пускай тут. То есть, что мы сэкономили все по программе, почти у нас ничего нет. Не сожрали. Пускай разведчик отвлекает. Тут радиоактивные. Вот если мы тут закроем и все. А через вот тур. Со столицы взлетит еще колониальный корабль. И пока он заселился, мы туда перекинем бронегражданский этот шаг. Ну хорошо, тут пираты не взлетели. Блокирован такой не был. 300, это бог. Тут удвоить скорость почти. Можно даже уточнить тут. 4, ну плюс процентов 50 еще должен поднять. Вот и дестрою. Да. Генераторы 14. Но это долго. И мало солгается. Два гражданских вылета. Ну, понятно. В общем, за Т, честно, нам пришлось тут оборот. Тетрис. Ну крипто уже, да, уже прилетел, можно сказать, на стол. Ну, фрегаты, три фрегата их достроят. Но не мог вырваться дальше, чем мы. Один цельный еще может отстоять. Сейчас узнаю.